on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't set the world. Эй, привет, мой дорогой друг, время позалипать в ютубчик, тем более, что у нас подъехал Fallout 3, ребята, это, ну это просто чудеса. Блин, я решил собрать все, по-моему, старые игры. В общем, война. Хочу пройти война Fallout 3. Война никогда не меняется. С самой зари человечества, когда наши предки впервые взяли в руки камни и палки, кровь лилась рекой во имя чего угодно, от бога и справедливости до банальной ярости психопата. В 2077 году, после многих тысячелетий вооруженных конфликтов, разрушительная природа человечества не смогла дальше сдерживать себя. Мир оказался ввергнут в гиенну атомного огня и радиации. Но это был не конец света, как предсказывали некоторые. На самом деле, апокалипсис стал всего лишь прологом к очередной кровавой странице истории человечества. Ибо хотя люди и преуспели в уничтожении мира, война не меняется. В первые дни тысячи людей спаслись от ужасов Армагеддона, укрывшись в гигантских подземных убежищах. Но когда они вышли наружу, их встретил лишь выжженный ад пустошей. Всех, кроме жителей убежища 101. Ибо в тот день, когда небо пролилось огненным дождем, огромная стальная дверь убежища 101 закрылась навсегда. Это здесь вы родились, и здесь же и умрете. Ибо в убежище 101 никто не войдет, и никто не выйдет. Такое у нас начало. Я вообще в целом игру проходил, но в этот раз мы ее пройдем по новой и с небольшим таким лайфхаком. Ну-ка посмотрим, ты мальчик или девочка? Я мальчик. Мальчик? Мальчик. Да. Кэтрин, у нас сын. Прекрасный, здоровый сыночек. О, Джеймс, у нас сын. Мальчик, наш прекрасный сын. У тебя впереди большое будущее, сынок. Я уверен. Дай-ка посмотреть на тебя. Привет, я твой папа, малыш. Папа. Тебе потребуется имя, верно? Мы с твоей мамой долго это обсуждали. Как тебе нравится имя... Имя. Ну, давайте, как, в принципе, мой канал называется, так, в принципе, и назовемся. Будем плохим мальчиком. Хорошее имя.
правда? Отлично тебе подходит. Кажется, они закончили генную проекцию. Ну-ка посмотрим, как ты будешь выглядеть, когда вырастешь. Так, что у нас тут есть? Азиат, афроамериканец, европеоид и латиноамериканец. Мне кажется, латиноамериканец самый подходящий. О! Отлично! Вперед! Стрижка и укладка. Туннельный змей. Да, вон, туннельного змея, в принципе, оставим. Цвет волос. Кукурузный. Да вот, оставим какой там серебристый. Вот, все, отлично. Борода и усы. Будут у нас борода и усы? Вот, оставим такую небольшую бородку. Все, мы мужчины. Так, вас устраивает этот... Да, просто в целом. Просто вылитый я. Видишь, Кэтрин? О, какой крепенький. Ой. Не очень-то мы с тобой похожи. Огромный мир, сынок. Полный разных людей. А ты? Каким человеком будешь ты? О, ты Джеймс. Просто... Кэтрин. Джеймс. Кэтрин. А что остановка то? Сердца. Что то? Давайте не прямой массаж. Уберите ребенка отсюда. Давай. Давай. Раз и два и... Давай. Держись, Кэтрин. Держись. Окей? Год спустя. Не смотри прямо на свет, сынок. Глаза забыли. Этому тебе здесь придется привыкнуть. Подойди ко мне, сынок. Ну, давай. Иди к папе. Ничего себе. Боже мой. Едва год исполнился, а как уверенно ходит. Мама бы тобой так гордилась. Слушай, малыш, я знаю, тебе не нравится, когда папа тебя оставляет. Но потерпи минутку. Побудь тут, пока папа сбегает в кабинет. С тобой все будет в порядке, сынок. Я мигом вернусь. Так, что-нибудь пошалить, да, надо? Покрутить? Нет, нельзя. Будьте кака! Так, выйти из манежа. Так, выполнено. Полистать книжку Special. Есть у нас система Special. Сразу вам скажу, что для прохождения, так, восприятие, что для прохождения нам в любом случае понадобится на десятку ловкости и удача. Но мы, когда будем выходить, еще все это с вами поменяем. Так, и вот это убираем, и восприятие тоже делаем. Десятку у нас еще есть пару очков, давайте... В харизму. Все, отлично, окей. Полистали. Нажми, чтоб запрыгнуть на стул. И чё? Мы на стуле. Вот так маленький и сын. Надо взять игрушку. Медведь. Мне. Не стоило тебя запирать. Кубик. Иди сюда. Хочу тебе кое-что показать. Видишь? Подожди, это была любимая цитата твоей мамы. Это из Библии. Откровение 21.6. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Она всегда это любила. Ладно, пошли. Пойдем посмотрим, хочет ли твоя подружка Амата поиграть. У меня уже есть подружка? У меня же год всего. Год, а я уже щеголяю по убежищу. Сюрприз! У меня юбилей. Быстро включил свет. Ты ослепил бедного ребенка. С днем рождения! Поверить не могу, как быстро он вырос. С днем рождения, сынок.
Поверить не могу, что тебе уже 10 лет. Я так тобой горжусь. Поздравляю, молодой человек. Мне не нужно говорить тебе, что это особый день, верно? Верно. Здесь, в убежище 101, когда тебе исполняется 10 лет, ты начинаешь участвовать в общей работе. Так что вот, как смотритель, вручаю тебе твой личный Пип-бой 3000. Привыкай к нему. Завтра ты получишь первое рабочее задание. Веселись, это твой праздник. 10 лет бывает раз в жизни, так что наслаждайся. Ну, спасибо. С днем рождения! Ха-ха, твой папа боялся, что ты обо всем догадаешься. Но я сказала ему, чтобы не волновался. Тебя так просто обвести вокруг пальца. Так, вы меня не обманули. Просто было прикольно притворяться, что я не знаю. Отличный праздник, Амата. Спасибо тебе огромное. Это все? Или настоящий праздник еще не начинался? Давайте мы будем всегда хорошим. Всегда пожалуйста. Но на самом деле почти все сделал твой папа. Я просто помогала все украшать. Эй, спорим, ты не угадаешь, что я подарила тебе на день рождения? Ну, угадай. Я понятия не имею. Ха, свидание с Кристиной Кэндалл? Ну давай уже мне подарок. Фу, я и не знала, что тебе нравятся девочки. И ты знаешь, о чем я. Не смей говорить мне грубости. Наверное, я отдам это кому-то другому. Кому-то, кому Грогнок Варвар нравится больше, чем Кристина Жадина. Неясно только, как их отличить. Ха-ха. Все равно мне журнал отдала. Веселишься? Вы кому говорите? Я здесь. Ты куда смотришь вообще? Праздник удался? Да все, что ли? Мы уже повеселились? С днем рождения, сынок. Ну, спасибо. Надеюсь, ты ценишь вклад Аматы в этот праздник. Ты ей очень нравишься, вот уж не знаю почему. Блин, а я только что признался, что мне другая нравится. Конечно, я ей нравлюсь, я ж такой обаятельный. Она просто молодец, но не могли бы вы немножечко помочь? Давайте. Главное, молодой человек, самооценка завышена. Не особо злоупотребляй ее дружбой. Я все еще смотритель, и я в ответе за это убежище и за каждого его жителя. Блин, а там можно было и что-то попробовать помочь. Праздник удался? 10 лет, боже мой. А ведь твой папа, кажется, только вчера пришел. Ох, не слушай мои бредни. Ты же ждешь подарка, верно? Верно. Да, мэм. О, вам не обязательно было приносить мне подарок, миссис Палмер? Надеюсь, вы принесли мне что-нибудь получше, чем в прошлом году. Ладно. Что, 10-летние не любят подарки? Хочешь верь, хочешь нет, но мне самой когда-то было 10. Господи, тогда убежище было заполнено до отказа. Совсем не как в эти дни. Тут теперь так мало молодежи. Но что-то я снова разворчалась, а ты так вежливо слушаешь. Вот, держи сдобный рулет. Я его специально для тебя сегодня утром испекла, и можешь ни с кем не делиться. Сегодня твой день. Ты еще на один шаг ближе к тому, чтобы стать полезным гражданином. Иди, общайся. Милый Пип-бой. Колпак детский. Одна из моделей 3000. Так, что у нас тут? Статус, спешл, навыки, способности и общее. А где... А вот, снаряжение. Оружие, костюмы. Детский колпак. Позволь мне поздравить тебя. Я хочу есть, а этот дурацкий робот испортил весь торт. Дай-ка мне булочку, которую тебе дала бабуля Палмер. Миссис Палмер сказала, что я могу не делиться, раз уж это мой день рождения. А может поделимся? Половину мне, половину тебе. Так ведь будет честно. Забирай, я вообще сладкое не люблю. Конечно, Буч, плюнуть на рулет и протянуть ему. Отвали, Буч, не отдам рулет. Да ты, похоже, голоден, что мамочка снова пропила все талоны на еду. Блин, это грубо. А, давай, просто да отвали, ну? Буч. И это мы еще посмотрим. Он за мной гоняется. А я могу драться? Нет, я не могу драться. Людям всегда нравятся мои выступления. Кроме того, нужно и порядок напоминать. Не верю я, что его хлипкая лапка не сломается по такой. Неплохой, кажется. Не то, что моя вечеринка, конечно. Помнишь, как мой папа заставил Энди показывать фокусы? И как мы все потом играли в «Догони мутанта» в Атриуме? А, ну да, тебя же на мою вечеринку не приглашали.
Какая жалость, вот там было реально весело. Убойным. А, это же праздник. А может, спасибо за приглашение. Праздник и правда классный вышел. Я знаю, что мы с Бочем тебя немного доставали. Но ты же не расстраиваешься из-за этого, правда? Ладно. С днем рождения и все такое. Я лучше вернусь. Ну, понимаешь. Знаешь, голос у него, конечно, пипец. Ты в порядке? Буч тебя снова достает. Не волнуйся, пап, я с Бучем справлюсь. Он хотел отнять у меня жилет, который мне дала мисс Палмер. Если честно, это моя вина. Я легко его легко вывести из себя. Приятно слышать. Только дай хулиганам сесть тебе на шею, конца и края этому не будет. Ну ладно, держу пари, у многих еще есть для тебя подарки. Своему новому лучшему другу. У кого? У тебя есть подарок? Нравится тебе пип-бой, сынок? Нормально сидит? Это круто, вы его специально для меня починили. А он ничего, правда старый немножко на вид. Не нравится он мне, как его снять? Оля сказал, что мой пип-бой годен лишь на металлолом. Ну, ладно. В общем-то да, рад, что тебе понравилось. Некоторые считают, что серия А малость примитивна, но я всегда любил их за надежность. Спасибо, Стэнли. Конечно, не вопрос, вы мне принесли подарок? О, как интересно. Ладно. Не стоит спасибо. Благодарности. О, да, чуть не забыл. С днем рождения. Не ахти какой подарок, но надеюсь, тебе понравится. Да, мне кажется, что ты такой же придурок, каким был. Детская бейсболка. Так что такое с Бучем? Поверить не могу, что он затеял драку на твоем собственном празднике. Вот придурок. Его счастье, что Гомес нас разнял, и он не успел получить по шее. Этот придурок пытался стянуть мой рулет. На самом деле вина, наверное, моя. Ты же знаешь, как просто довести Буча до ручки. Твой папа смотритель. Ты не могла бы с ним про Буча поговорить? Так, жаловаться мы не будем. Вот, да, мы же крутые. Я тоже так думаю. Думаешь, что это такое? А, это шарик. Не сомневаюсь. С днем рождения! Спасибо, что я пришел, Стэнли. Я знаю, ты был очень занят с очистителем. Надеюсь, просто все в порядке. Ты что с моим тортом сделал? Конечно, не о чем беспокоиться. Прошлой ночью мы с Инди ее снова починили. Что, вам нравится? Сейчас отправлю его. Вот это мне нравится. Можете по одному говорить. Это был Джонас по интеркому. Мы с ним приготовили тебе небольшой сюрприз. Джонас ждет тебя внизу, на реакторном уровне. Мне иди кажется... к нему. Не думаю, что кто-то обидится, если ты пропадешь на пару минут. Я создал персонажа, больше похожего на смотрителя, чем на отца. А, это был отец. Блин, в халате, да? Да. С днем рождения, девонька. Боже, надеюсь, праздник только начался. Ты ничего не перепутала? Так, я не девчонка, и мне не 5 лет, так что хватит назвать меня солнышко. Да ну, вы дадите мне подарок или нет? Ладно. Конечно, боже мой, уже 10 лет, а я ведь помню, как помогала твоему папе менять тебе подгузники. А теперь вы только посмотрите, какие мы выросли большие, уже даже свой пип-бой есть. И знаешь, что я сделала по такому особенному поводу? Я сочинила для тебя стих, специально для тебя. Надеюсь, тебе понравится. Нет. Так, спасибо, я навсегда его сохраню, это все. Спасибо, думаю, да. А больше ничего не будет? Стих? Да вы шутите, ладно. Конечно. Ну, беги, солнышко, и хорошенько повеселись. С днем рождения. Ну, спасибо. Правда? Спасибо. Помощь разная. О, журнал. Я съел случайно рулет. Детская бейсболка. Эффект... О, отлично. Вот это вообще можно выбросить, в принципе. А как выбросить? А, вот все, выбросил. Так, окей. Блин, Оли. Куда идти-то? С днем рождения. Имей терпение. Спасибо, что пришли. Ты же не хочешь? Мне куда-то идти надо, да? Иди, Джонас тебя ждет. Мне за ним нужно идти или что? Веселишься? Нет?
Кажется, все отлично развлекаются. Блин. А, вот он идет сюда вместе. Праздник удался, сэр. Да ладно. Я тут только потому, что Амата дружит с этой мелочью. Дай им еще пару минут, а потом очисть помещение, и пусть все принимаются за работу. Так точно, сэр. Привет, это тебе сегодня стукнуло 10, а? В смысле? День рождения. Он еще и выеживается, блин. Дружит с этой мелочью. Так, окей. Мне же надо было куда-то идти, в реактор какой-то. Или куда? Да? Да. Что вы здесь делаете, молодой человек? Я думал, детям на реакторный уровень вход закрыт. Я не ребенок, мне уже 10. Сколько можно, дружона, сдавай сюда, мой сюрприз. Ой, но папа сказал, что сюда... Я не ребенок. Ну, конечно. Пип-бой и все дела. Вы только посмотрите. Если ты подождешь еще минутку, папе, думаю, будет приятно самому сделать тебе сюрприз. Ну, хорошо. Недоступно. Ну и чё? Ну что, хочешь получить сюрприз? Какой сюрприз? Да, давай. Смотритель какой? Выдал тебе пип-бой. Это значит, что теперь тебе будут поручать работу. Так что я решил, что пора обзавестись еще кое-чем. Настоящее пневматическое ружье. Старое, конечно, но должно отлично работать. Джонас нашел его здесь. Было оно в никудышном состоянии. Мы добрых 3 месяца искали все необходимые запчасти. Знаешь, как трудно найти такую маленькую пружину. Хорошо, что Буч потерял свой выкидной нож. Ну, что скажешь? Хочешь попробовать? Здесь же нельзя стрелять. Кого убивать будем? Кого убивать будем? Это просто пневматическое ружье, но это не игрушка. Пошли его попробуем. Мы с Джонасом нашли отличное местечко. Следуй за мной. Угу, по мишеням будем стрелять. По мишеням. Ну, что а там, скажешь? По-моему, рад так таракан еще должен быть. Можешь спускаться сюда и стрелять, когда захочешь. Как здорово, спасибо. Спасибо, папа. Ну да. Вот дробовик, это было бы круто. Так, ну как здорово, спасибо. Я бы никогда не справился без Джонаса. Поблагодари его хорошенько. Спасибо, Джонас. Так, ну что, вы мне дали оружие-то, нет? Оружие, все. Осторожнее, это рат-таракан. Думаешь, сможешь пристрелить его из пневматического ружья? Сорян, я уже пристрелил. Одним рат-тараканом меньше. Ну-ка, давайте сделаем снимок на память. Запечатлим момент. Эй, Джонас, сфотографируй нас с охотником на крупную дичь. Оп. Добро пожаловать. Окей. А как выйти? Улыбочку. Шесть лет спустя. Насколько я могу судить, ты абсолютно здоровый 16-летний юноша. Так что да, ты должен пойти в класс и сдать козу. Ну, давай, тебя ждет экзамен. Как скажешь, папа. Но я плохо себя чувствую, правда. А что вообще мне нужно знать про козу? Пока, пап. Коза, в общем, это экзамен. Это не моя прихоть. Таковы правила. Тебе исполнилось 16 лет, так что в этом году ты сдаешь козу. Да ладно. Ничего страшного в этом нет. Его все сдают. Ты справишься. Но я плохо себя чувствую, правда. Квалификационно-оценочный задачник администрации. Коза. Вот что такое коза. Все в убежище сдают его в 16 лет. Помогает определить, какую работу ты получишь в убежище 101, когда немного повзрослеешь. Так что отвечай внимательно и постарайся не уснуть. Помнишь, как говорит смотритель? В убежище мы родились, в убежище мы умрем. Каждого тестируют, чтобы определить его склонности и обратить их на благо всех жителей убежища. Знакомо?
Неужели нам придется всю жизнь провести в убежище? Мы никогда не сможем его покинуть. Это правда, пап? Мы все родились в убежище. Пока, пап. Но я плохо себя чувствую. Давай, пока, пап. Береги себя, сынок. А теперь беги отсюда. И удачи тебе. Пойдемте сдадим О, кстати. Пупс. Вы нашли коллекционного пупса Волтек. Надпись на постаменте гласит: «Умный понимает, что рана под повязкой никуда не делась. Ваш навык медицины отныне увеличен на 10 очков». Итак, погнали дальше. Доброе Джонас, утро. Привет. Встречаешь отца перед уроками, а? Эй, да. Ты кто такой? Давно Стэнли. У нас не лучше держись подальше. Да, у тебя... День козы, да? День козы, блин. Что, есть тут что-нибудь стыбзить? Нету, окей. Тут что у нас? Недоступно. Энди. Ой, да ладно, повнимательнее. О, господи, Буч. Ну когда ты оставишь меня в покое? Покажи ей, Буч. А что ты сделаешь, Амата? Скажи ей, Буч. Побежишь. Что такое? Папенькина девочка нюню пустила. Пошли на склад, а. Идиотские туннельные змеи. Гаденыши недоразвитые, вот они кто. И что они никак не отвяжутся? Я же не виновата, что мой отец смотритель. Плевать мне на их дурацкую банду. Может, ты поговоришь с ними? Вдруг Буч тебя послушается? Пожалуйста. Так, Буч и его дружки снова тебя достают. Посмотрим, смогу ли я их уговорить. Разбирайся сама со своими проблемами. Я не смогу тебе всегда помогать. Слушай, Амата, это совсем не мое дело. Не хочу в это вмешиваться. Давай, Буч и дружки. Как по мне, они полные идиоты. Думают, что их банда, бог весть какая, крутая. Вечно шатаются без дела и всех достают. У них на меня зуб, потому что мой папа смотритель. Будто я в этом виновата. Ну, посмотрим. Ты настоящий друг. Попробуй поговорить с Бучем. Они все делают, как он скажет. Мата, я тебе такое покажу. А? Че ты хочешь? Что тут происходит? Кажется, вам тут весело. Эй, меня это не касается. Туннельные змеи? Вы что, типа банда? Туннельные змеи, блин. Не твое дело, мелюзга. Вали отсюда, пока кости целы. Перейдешь дорогу туннельным змеям, пеняй на себя, ясно? Ты ж потом прибежишь ко мне просить, чтоб я твою мамочку спас. Так, красноречие 70%. Если не останется от нее... если не останете от нее, получите от смотрителя. Оставьте ее в покое. Или будете иметь дело со мной. Может, я смогу помочь? Она очень переживает из-за своего веса. Я просто пойду. Давайте первое попробуем. Я не собираюсь выслушивать такую малявку, как ты. Сгинь отсюда, заучка. Окей. А ты еще кто такой? Ее бойфренд? Ха! Поговори еще, пацан, и мы тебя к папочке отправим. Кости вправлять. Да ты шутишь. Эй, туннельные змеи! Зануде нужен еще один урок. Да она пустой. Махаться будем? Это будет не слишком приятно. Блин. Может, на этот раз ты выучишь урок. А у меня есть? А, у меня оружие убрали, забрали оружие. Добавь ему еще. А есть какие-то супер атаки? Да, есть. Мало тебе. Прекрати. Вы получили карму? Много чести с этой дурой возиться. Как скажешь, Буч, ты главный. Туннельные змеи руля. Ладно, пошли. Я их проучил. Все ради тебя, Амата. И все? Спасибо. Без тебя они бы не свалили, придурки. Не понимаю, почему они ко мне привязались? Видно только потому, что мой папа смотритель. Идиоты. Все. Классрум, но мне сюда. Итак, все в сборе. Готовы к козе? Поверьте, козе. На самом деле все не так и страшно. Все через это проходят. Ох, мне что-то не здоровится, мистер Б.
Можно я в другой раз сдам? Конечно, я наверняка получу высший балл. Да ладно, на самом деле ведь сдавать этот дурацкий тест не обязательно, а? Давай высший тест получим. С учетом того, что здесь многовариантный выбор и нет неправильных ответов. Начнем, как только все усядутся. Удачи! Ну, пойдем усядемся. Ребята, терпение смотрителя не бесконечно. Теперь, когда все добрались до класса, мы наконец-то можем начать. Никаких разговоров и даже не пытайтесь подглядывать. Да, я это вам говорю, мистер Делория. Мех у него, конечно, идиотский. Если поток остроумия иссяк, давайте приступим. Давайте. Вопрос первый. К вам подбегает очумевший ученый и кричит. Я всажу свой квантовый гармонизатор в вашу фотонно-резонаторную камеру. Что вы ответите? Так, но доктор, это же вызовет параболическую дестабилизацию сингулярности расщепления. Чё? И тебя туда же, козёл? Без разговоров, оглушить учёного, огрев его по голове ближайшим тяжёлым предметом. Откуда вы знаете? Вдруг он собирался взорвать убежище. Промолчать и быстренько удалиться, пока учёный не продолжил свою триаду. Давайте вопрос первое. Второй. Вы проходите практику в клинике. В кабинет вваливается пациент с раной на ноге, воспаленной от неизвестной инфекции. Инфекция распространяется с пугающей скоростью. Но доктор ненадолго вышел. Ваше действие? Ампутировать ногу, пока инфекция не распространилась дальше. Громко звать на помощь. Обработать зараженную область медикаментами, насколько вы умеете. Зафиксировать пациента и спокойно наблюдать за распространением инфекции. Давай ампутируем ему ногу. Вопрос третий. На нижних уровнях убежища вы находите маленького потерявшегося мальчика. Он голоден и напуган, но кажется, у него с собой краденая вещь. Ваши действия... Обнять мальчика и сказать ему, что все будет хорошо. Силой конфисковать краденое и в наказание оставить мальчика там, где нашли. Залезть к мальчику в карман, вытащить краденое и предоставить его самому себе. Отвести мальчика в безопасное место, затем доложить о нем смотрителю. Так, залезть мальчику в карман. Так. Чтобы я... Ну давай. Вопрос четвертый. Поздравляем. Вас взяли в бейсбольную команду убежища 101. Кем вы хотите быть? Питчером, кетчером, постоянным отбивающим, никем. Вот если бы у нас была футбольная команда... Слушайте, я в бейсбол маленько не знаю. Вообще, точнее, не знаю. Питчер, кетчер. Отбивающий, понятно, это который отбивает, да? А давайте футбол. Ваша бабушка приглашает вас на чай. К вашему удивлению, она дает вам пистолет и приказывает убить другого жителя убежища. Ваши действия. Убить этого жителя из пистолета старших надо слушаться. Предложить самое ценное свое имущество в уплату за жизнь потенциальной жертвы. Попросить у бабушки миниган, а то еще промажете ненароком. Выплеснуть чай бабушке в лицо. Блин, я хотел, конечно, хотел попросить бабушки миниган. Давайте миниган. Вопрос шестой. Старый мистер Абернатти снова заперся у себя в комнате. Вам приказали извлечь его оттуда. Как вы это сделаете? Вскройте замок на его двери шпилькой для волос. Вымените у местного хулигана петарду и взорвете дверь. Отправитесь в арсенал, возьмете лазерный пистолет и расстреляйте замок. Отправитесь по своим делам, пусть дедуля помаринуется. Ха-ха-ха-ха. Давай возьмем... Вопрос седьмой. О нет, вас облучило радиацией. У вас из живота выросла третья рука. Какой лучший способ лечения? Пуля в лоб, антимутаген в больших дозах, молитва, может, Господь пощадит вас в обмен на проведенную жизнь. Удаление мутировавшей ткани прецизионным лазером. Давайте молитва. Это очень смешно. У другого жителя убежища 101 есть первый выпуск комикса «Грогнак Варвар». Вы очень хотите его заполучить.
как лучше всего завладеть им? Так, выменять комикс на какое-нибудь ваше имущество по цене. Отобрать комикс под дулом пистолета. Прокрасться в квартиру жителей и стащить комикс со стола. Подсыпать жителю в ядер колу быстродействующее снотворное и забрать книжку, пока он валяется в отключке. Давай выменить. Вопрос 9. Вы решили подшутить над отцом. Вы вошли в его личную уборную, где никто вас не видит, и... Открутили гайки на сливных трубах, когда папа включит воду, случится потоп. Засунули в унитаз хлопушку, это точно вызовет суматоху. Взломали запертый шкафчик с лекарствами и заменили его лекарство от гипертонии на таблетки глюкозы. Нахимичили с его электробритвой, превратив его по характеристикам в шокер. Давай с потопом. Вопрос 10. Кто, без сомнения, самый важный человек в убежище 101? Тот, кто защищает нас от суровой атомной пустоши, кому мы обязаны всем, что имеем, даже нашими жизнями. А, ну тут безоговорочно смотритель. Отложили ручки, господа, время вышло. Это и есть знаменитая коза. Уверен, большинство из вас справилось без проблем. Что же до остальных? У ремонтников всегда дефицит кадров. Уходя, не забудьте сдать работы. Даже не спрашивайте, что случилось с теми, кто не сдал козу. Остаток дня у вас свободен, можете праздновать или молиться, в зависимости от ситуации. Все закончилось. Говорят, коза никогда не лжет. Если верить этому, ты станешь следующим священником убежища. Господи, помилуй нас. Ух ты, мне всю жизнь этого хотелось. Ура, мечты сбываются. Ну и ладно, ответы выбраны случайно. Вы ведь так застряли на этой работе. Не может быть, это идиотский тест все перепутал. А, то есть я священник? Знаешь, в твоем возрасте я был таким же нахалом. Не отнесся к экзамену серьезно и видишь, где оказался. Только между нами, ладно? Весь этот тест просто чушь собачья. Если тебе не нравятся результаты, могу подправить твои баллы, как пожелаешь. Только скажи. Да, конечно, мне неохота быть священником. В общем, что мы берем? Мы берем легкое оружие, в первую очередь. Давайте все это уберем. Берем легкое оружие, потому что нам нужно будет выбираться из убежища, и нам понадобится. Берем скрытность, чтобы наносить критические атаки, и берем взлом, потому что нам нужно будет кое-что взламывать в следующих сериях. Готово. Все, выйти из класса. Спасибо, мистер Буч. 3 года спустя. Давай, просыпайся. Давай. Просыпайся! Что случилось, Амата? Как странно, ты мне только что снилась. Оставь меня в покое, я спать хочу. Тебе нужно бежать отсюда. Твой папа ушел, а люди моего отца ищут тебя. То есть, как это мой отец ушел? Папа молодец, самое время кому-то навалять смотрителю. Без обид. Тоже мне проблема. Твой отец злится на моего, а я тут при чем? Давай. Он ушел из убежища. Не знаю как, но ушел. А мой отец... Он просто с катушек съехал. Первый раз вижу тебя такой испуганной, Амата. Что стряслось? Как папа мог уйти из убежища? Быть такого не может. Значит, мистер Параноик наконец-то перегнул палку. Я тоже так думала. Но это правда. Он ушел, а Джонас мертв. И теперь они ищут тебя. Что? Джонас мертв? Да что вообще тут происходит? Скажи, кто убил Джонаса? Это им с рук не сойдет. Почему ты не сказала, что они убивали людей? Давай убираться отсюда. Люди моего отца решили, что Джонас помогал твоему папе сбежать. Они его схватили и притащили в кабинет моего папы, и они... О, боже. О, боже, ты в порядке? Ты же не будешь плакать, правда? Да.
Значит, они убили Джонаса и идут за мной, верно? Да. Мне повезло, что я успела первой. Но мы не можем тут оставаться. Тебе нужно бежать отсюда. Ты права. Я не могу тут оставаться. Но куда мне идти? Ты же дочь смотрителя. Разве ты не можешь все уладить? Даже если все это правда, как ты успела сюда первой? Мне нужно сбежать из убежища. Ты мне поможешь? Именно это я и предлагаю. Послушай. В кабинете моего отца есть секретный тоннель. Он ведет прямо к выходу. Чтобы открыть его, тебе придется взломать компьютер в его кабинете. Держи. Это чтобы открыть дверь в его кабинет. Я всегда так туда прохожу. Заколка. Так, отличная идея. Давай убираться отсюда. Как все сложно. А почему нельзя просто выйти отсюда обычным путем? А почему ты думаешь, что туннель никто не охраняет? Возможно, это ловушка. Давай. Да, отличная идея. Вот еще что. Я украл у отца пистолет. Надеюсь, он тебе не понадобится, но лучше возьми, на всякий случай. Спасибо, Амата. Я пущу его в ход только в крайнем случае, обещаю. Мило пригодится, если я нарвусь на громил твоего отца. Нет, оставь его себе, тебе может быть нужнее, чем мне. Ладно, встретимся у выхода. Берегись охранников. Удачи! Так, ребята, ну, в общем, побег мы совершим в следующей серии. Спасибо, что посмотрели и досмотрели до конца. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.